Друзья, сегодня еще одна идея полноценной тарелки, которая не только накормит вас, но и подарит заряд энергии на весь день. Кукуруза, она отварена и слегка поджарена с аджикой. Это придает ей особый вкус и аромат. Кукуруза – это отличный источник клетчатки и витаминов, которые поддерживают здоровье и улучшают пищеварение. За овощи сегодня отвечает кабачковая лапша и запеченные черри. Кабачки – это вот доступный и низкокалорийный продукт, богатый витаминами и минералами. А помидоры черри добавляют свежесть и яркий цвет. Это идеальное сочетание для легкого и полезного обеда. Теперь на очереди оладьи из куриной печени. Эти оладьи приготовлены из замороженных заготовок, что делает их удобным вариантом для быстрого приготовления. Рецепт будет в нашем сборнике с заготовками. Печень – это источник белка, железа и витаминов группы В. Оладьи получаются сочными, но я решил добавить греческий йогурт с аджикой, полезные пребиотики с аппетитной остринкой. И на десерт у нас ПП-крамбл со сливой и бананом. Этот десерт не только вкусный, но и полезный, так как содержит клетчатку и витамины из фруктов. Он станет отличным завершением нашего обеда. Хотите рецепт? Пишите в комментариях. Ешьте разнообразно и полезно, и пусть каждый прием пищи приносит вам радость и здоровье. Приятного аппетита!